Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1068. И нам нужно выяснить, сколько пункт А граммов в 1/2 килограмма. 1 килограмм – это 1000 грамм. 1/2 килограмма. То есть нужно килограмм или 1000 грамм разделить на 2 и взять одну часть. То есть нам знаменатель показывает, насколько мы делим, числитель, сколько мы берем. 1000 разделить на 2 и умножить на 1 будет 500. 500 грамм. То есть 1/2 килограмма – это 500 грамм. 3/4 килограмма. Мы килограмм, 1000 грамм, должны разделить на 4 и умножить на 3. 1000 разделить на 4 будет 250, и 250 на 3 будет 750, 750 грамм, и 7/20 килограмма. Мы килограмм должны разделить на 20 и умножить должны это все на 7. 1000 разделить на 20 будет 50, и 50 на 7 будет 350. 350 грамм. Пункт Б. Минут в часах. То есть, а в 1/2 часа, в 3/4, 5/6. 1 час – это 60 минут. Поэтому, чтобы найти, сколько минут в 1/2 часа, мы должны час или 60 минут разделить на 2 и умножить на 1. Получаем 30 минут. То есть 1/2 часа – это половина часа, 30 минут. 3/4 часа. Мы час, 60 минут, должны разделить на 4 и умножить на 3. 60 разделить на 4 будет 15, и 15 умножить на 3 будет 45, и 45 минут. 5/6 минут, то есть 5/6 часа. Мы 60 минут или 1 час должны разделить на 6 и умножить на 5. 60 разделить на 6 – 10, умножить на 5 будет 50. То есть 5/6 часа – это 50 минут. Дальше пункт В. Квадратных метров в гектарах. 1 гектар, напомню, это 10 тысяч метров квадратных. Поэтому 1/2 гектара – это 10 тысяч гектаров. Нужно разделить на… То есть 10 тысяч метров квадратных нужно разделить на 2, и получаем 5 тысяч метров квадратных. То есть 1/2 гектара – это 5000 метров квадратных. 1/4 гектара – 10 тысяч метров квадратных нужно разделить на 4. Ну, умножить на 1, ну, это мы уже писать не будем тогда. 1000 разделить на 4 будет 250, а 10 тысяч разделить на 4 будет 2500 метров квадратных. И 3/4 гектара, ну это 10 тысяч, должны разделить на 4 и умножить на 3. Делили на 4, получили 2500, умножаем на 3, получаем 7500 метров квадратных. Пункт Г. Кубических сантиметров в метрах кубических. Метр кубический один – это 1 миллион сантиметров кубических. Поэтому 1/2 метра кубических – это 1 миллион сантиметров кубических. Нужно разделить на 2. И получаем 500 тысяч сантиметров кубических. 1/5 метра кубических. Мы 1 миллион сантиметров кубических делим на
5. Соответственно, 10 разделить на 5 будет 2, и еще 5 нулей приписываем, то есть получаем 200 сантиметров кубических. И 2 пятых метра кубических, это мы 1 миллион сантиметров кубических делим на 5 и умножаем на 2. Делили на 5, получали 200 тысяч, ну а здесь получится 400 тысяч сантиметров кубических. И выполнили мы задание 1068. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.